Так. Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас всех. С вами Голос Истины, с уважением к вам. По названию ролика вы уже наверняка поняли, что это как бы обращение к екатеринбургцам и вообще в лице их всем россиянам. И всем интересно, что же этому азербайджанцу хочется сказать. Екатеринбургцам, россиянам. Наверняка вы уже слышали, видели выступление, высказывание Владимира Соловьева. Это большой скандал, вокруг которого до сих пор идут разговоры, споры, разборки и так далее и тому подобное. Но вы, дорогие и уважаемые наши соседи, знайте, что по этому поводу есть что сказать азербайджанцу. То есть немножко поругаться с вами чисто по-свойски, по-соседски. Действительно, есть что сказать. Но для начала просто я хочу включить этот коротенький ролик, чтобы, возможно, кто-то не увидел, не слышал, чтобы все были в курсе. Посмотрим, что он тут говорит. Я вас, бесов, гонять буду, вы у меня никуда не строите. У меня житель Екатеринбурга подали жалобу в центр борьбы с экстремизмом. Давайте, с удовольствием буду с вами, бесами, судить. А они на себя не хотят жалобу подать? Давайте, бесы, кучкуйтесь, с радостью. Коль судьба моя изгоняет из вас бесов, с радостью. Меня спрашивают, бес из Екатеринбурга. Зачем? Так вот, ребята. Так вот. Ну, вы примерно поняли, в чем дело. Он целый почти что народ, миллионы людей, сотни тысяч людей называет бесами. Орет на них, кричит на них. И утверждает, и убеждает их, что они бесы. По этому поводу я хочу сказать вам, ребята, екатеринбургцы и вообще россияне, после этого, если перед вами стоит азербайджанец, как известно, в России есть азербайджанцы, проживают, то вы знаете, что этот азербайджанец знает и верит, самое главное, тому, что вы действительно бесы. Потому что у азербайджанцев нету основания, то есть повода не верить Соловьеву. Почему бы не верить ему, когда вся Россия почти что верит этому человеку? Он Бог, он пророк. Вы же, екатеринбургцы, россияне, годами сидите, слушаете его и верите ему, что, например, армяно-азербайджанском конфликте это азербайджанцы виноваты, что Карабах принадлежит армянам, что азербайджанцы какие-то дикари, звери и всегда убивают, режут этих пушистых армян. Верите же, он же вас убеждал в этом, и не только он, вся его шайка вокруг него, такие как Затулин, Багдасарянов, Григорьянов, Маргарита Симоньян, Габрильянов, там, я не знаю, Есеев, Жирновский, Сатановский и так далее, тому подобное. Вот вся эта шваль, и Соловьев в том числе, тот же Роман Бабаян и так далее и тому подобное. Все они все эти годы говорили, что касается азербайджанцев, а вы верили. Вот эта вся пропагандическая вот эта шайка убедил вас, что во всем виноваты азербайджанцы, что эти армяне вообще их нацисты, вот эти федорасты их, вообще азербайджанцев не трогали. Вообще во всем этом первыми начали азербайджанцы. Никаких там беженцев,
азербайджанцев нету, хотя их 1 миллион. Никаких убийств, хотя за одну ночь только в Ходжалы эти звери вырезали 613 мирных жителей, женщин, детей, стариков, 63 маленьких детей они не просто убивали, а зверски убивали. Около 30 тысяч азербайджанцев были убиты. Обо всем вы же не знаете. Вам же ваш Бог, пророк, не говорил, а вы ему верили. Теперь я как азербайджанец задумываюсь, слушаю Соловьева и задумываюсь. А почему мне не поверить ему, что вы бесы? Вы, ребята, хоть и с иронией я эти слова говорю, вы бесы, потому что это сказал Соловьев, тот Соловьев, который все эти годы говорит вам, что Карабах – это Армения, что это во всем виноваты азербайджанцы, армяне пушистые, ни в чем не винные и так далее и тому подобное. А самое-то главное, вы верите ему, верили ему. Еще один момент. Его не все любят в России. Его есть люди, которые ненавидят. Но именно этим разговором даже эти люди верили и верят. Я поэтому и в общую говорю, не разделяю тех, которые верят Соловьеву вообще, да, в общем, и не верят. Нет, именно по этой теме, по теме Азербайджана, вы всегда верили ему и его, ему подобным. Сейчас я как азербайджанец ликую. Как сосед, мне обидно, что целого народа какой-то ублюдок называет бесами. Да. Но как азербайджанец, понимаете, мне ликую, потому что вот мне хочется ему верить, чтобы отомстит вам, чтобы мне в душе спокойно было, чтобы вы понимали, что мы пережили и переживаем все эти годы, слушая всех этих подонков из российских телеканалов. Что мы пережили и переживаем. Как нам обидно было, как нам больно было слушать все эти годы, что азербайджанцы какие-то не такие, а армяне такие же боги, как сам Соловьев. Его выступления сейчас, наверное, пройдут перед вашими глазами, как он хвалит, как он говорит об армянах, как он обсирает азербайджанцев, как этот подонок буквально вот на днях, сегодня 24 число мая, буквально на днях, несколько дней назад, на центральном телеканале канале России назвал героями и тех ублюдков, которые на Горном Карабахе убивали наших женщин и детей, армянских сепаратистов, террористов, среди которых были и международные террористы, которые даже сидели за это, пособники фашизма, нацисты. Он этих ублюдков назвал героями. Какого-то Арцоха, сейчас они на Горный Карабах, нашу душу называют Арцоха. Вы же это все слышали, видели и не протестовали. Почему я как азербайджанец, хотя знаю, что этот подонок оскорбляет целый народ, меня не хочется протестовать, что кто-то такой, чтобы назвать целый народ бесами. Вы же не протестовали. Вы же верили всему этому сказанному. Хочу сказать, дорогие наши соседи, екатеринбургцы, россияне, Карабах, Нагорный Карабах, столько же армянский, столько
вы бесы. Ровно настолько же. Вот насколько Карабах армянский, ровно настолько же вы и есть бесы. Если судит, по выступлениям, по убеждениям, по пропаганде Соловьева, таких как он, все его окружение, Багдасарян, опять же повторяюсь, Затулин, Сатановский, Жириновский, Евсеевы, Кругиняны, Симоньяны, Гаврильяны, сколько их там, черт знает, там больше их, чем вы сами россияне. Вот как они говорят, если верить всему этому, верить всему, что они говорят, то и поверьте тому факту, что Нагорный Карабах армянский настолько же, насколько и вы бесы. Счастья, здоровья, удачи всем. Самое главное, мирное небо над головой.